короткий ликбез, и волонтер приступает к изготовлению окопной свечи – незаменимой вещи на фронте. В жестяную банку вставляют фитиль из картона и заливают растопленным парафином. При соблюдении нехитрой технологии одна такая свечка даст свет и тепло на 6 часов. И самое главное – бойцы останутся незаметными для вражеских тепловизоров. Мы посмотрим тут банок, заливаем банок. А это уже секция мастер-класса по плетению маскировочных сетей. На них у военных большой спрос. Именно они позволяют укрыться от вражеских глаз бойцам, спрятать технику и другие важные объекты. Я считаю, что, конечно, на сегодня вся страна, она, скажем, объединилась, и сегодня вся помощь именно идет на фронт нашим военнослужащим. Вот и все здесь сегодня гражданские люди, которые присутствуют, матери, сестры, дети, братья, все понимают, что мы без этого не победим. Мы должны всем помочь, и, естественно, победа будет за нами, вот, но помощь нашим бойцам, которые нас, она необходима и обязательна. Плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей для нужд СВО стало уже неотъемлемой частью патриотических мероприятий, которые проходят в городском округе в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Также пишем письма. Ну, буквально тоже, наверное, весной к нам приезжали с своего ребята, которые рассказывали. Сильно очень такая душевная была история. Парень, которому было написано, ну, она не именное это письмо, да, он, соответственно, прочитал. Когда, придя домой на СВО, после СВО, да, он сделает себе как открыточку и талисман. И говорит о том, что это действительно эти письма очень поддерживают многих ребят. Вместе с гуманитарным грузом изготовленные окопные свечи и маскировочные сети отправят на фронт бойцам. Победа будет за нами! Ура! Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.